Добрый день. Как и многие из вас, я перешел на удаленную работу, и в первый же день возникла проблема с подключением. Наши системные администраторы рекомендовали использовать OpenVPN. Я все делал по инструкции и ввел свой логин и пароль, и мне выдалось сообщение, что неправильные там вот эти вот логин и пароль. При этом, естественно, я все вводил правильно, и аналогичная проблема возникла у примерно половины моих коллег. Вот, если вы смотрите это видео, скорее всего, у вас такая же проблема. И оказалось, после того, как мы час с этим промучились, проблема оказалась, причина ее в том, что пароль был на русском языке, то есть содержал символы кириллицы. Поэтому, если вы сейчас переходите на VPN, то срочно меняйте пароль на содержащий только английские буквы и там цифры или служебные какие-то символы, но без кириллицы и других алфавитов. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайк. Если у вас была какая-то другая проблема с OpenVPN, то тоже напишите в комментариях. Мы все прорвемся.